Ну и? И стрим не запущен. Не, уж не хочет. Сейчас, ребят, сейчас продолжим. Технические палатки. Ты там рассказывал, как что-нибудь весели всех, как ты покупаешь, чем стакаешь камни. Теория о том, как правильно стакать камни. Ну, ребят, создаете, короче, кучу страничек в сундуке. Сидите и стакаете. Аж захотелось. Да, не в сети, рестрим не запускается. Давай, заводись. Так. О! И что, я заработал, что ли? Да. Что, заработал? And we're back! Ну, отлично. Да. Всем привет. Мы снова на Твиче, и, к сожалению, большая часть стрима была пропущена в записи. Но, тем не менее, даже этот огрызок, отрезок, который вы сейчас видите... Был великолепен. Мы продолжаем. А. Да. Без Твича в чате ретардов полном, блин, но так это и работает. Чем больше ретардов, тем интереснее. Да и одного Макску достаточно на всех ретардов, я так скажу. Ну да, зато с ним чат оживает сразу же. Ну да. Вот, в чате ретарды нужны, я теперь понял. Да жесть, откуда столько дамага, ё-моё. А лучше ретарды, у которых деньги есть. Так, сейчас открою свой портал. Да, согласен. Готово. Че, пойдем? Так, шо, да, я там открыл свой этот. Что-то ты открыл в таком себе месте. Они туда пришли просто. Да? А йоу, чё, как, все нормально? А, йоу, чё, как, нормально, Москву, я как терминатор. В смысле, вернулся в прошлое? Нет, в смысле, голый. А. Ну, это такой сегодня. Голый тонет в чём-то горячем. Так, труп номер раз, где-то. А, вот там шимбл-труп есть, шимбл-труп, да? Я перегружен, в смысле, я перегружен, ты говно, что ли, совсем? Говно, перегружен он. Труп заберу. Перегружен он. Чё, они там, за тобой? Да. Что-то я их не вижу. На, вон они. Бнет? Что за бнет? О, Макс Кул, да нифига себе. Ну, так я и говорю. Кто этот парень? Как давно мы тебя не видели? Тут какой-то фейк за тебя заходил, ретардский вообще. Аккуратнее, там проверь пароли все. Мамку проверить, чтобы мало было. Вдруг братик. Да, вдруг брат, кстати, смотри. Блин, это страшно так просыпать, что у тебя брат есть, он ретард. Такой же, как и ты. Не, намного хуже. О-о-о, смотри, смотри, вот, смотри, вот, кто там. Батлнет есть, ты да, видишь? Но мы не внизу посмотри, внизу, вижу, посмотри, внизу. Вижу, да вижу я туда вон. Ты же видишь, я... туда настроен. Все, мы все там убили. Причем мои твари как-то туда попали. А, ты злой активный ретард, у тебя необычно выше. А тебе к нам на стрим, только здесь вы можете... Я зато прочитал. Только здесь вы можете обсуждать ремарк и балет for my valentine. Если ты хорошо себя проявишь, сможешь получить повышение права мыть полы у Якова Шива. Бесплатно причем. Уже поняли, что бесплатно будем мыть полы? У нас на стриме есть что-то бесплатное. Это право еще добиться нужно. Мыть у тебя полы, да, бесплатно. А, ну да. Боже, я просто мимо проходил, они убили меня. А я свой труп забрал. Так ты... А я нет. А так забавно вызывает. Сейчас буду. Пошажусь приходить.
тут еще одни. Я уже вижу, судя по тому, куда мы будем стелиться. Фу, жесть. Так, на секунду отвлекся, уважаем. Так, мой труп. Один труп я забрал. Окей. Жесть, сколько их, жесть! А где мой еще один труп? Почему я его не вижу? А, вот там еще был труп. А, это нужный труп был, все. Петлайн уже? Ну, я как бы занят, не могу, играю в Диабло. Нет? А, это все одна и та же группа, Двар называется. Русские ребята. Меня вот Андрей их показал. И они очень неплохо заходят на вот подобные вещи. На жизнь, да. Там статухи делаешь под них. Ну, короче, весело. О, бочки. Сейчас будем делать бочки. Самое обидное, что мы, наверное, по пути тут прошли. Это обидно, действительно. Особенно сейчас. Сейчас попробую открыть, подожди. Рядом где-нибудь, здесь, да? Вот где-нибудь. Ага. Не знаю, где я. Но где-то здесь. А что за бомж лежит? Да, кстати, бобер, хорошее предложение. Предположение, что справа снизу же прибучит стрика, название песни пишется. Ну да. Ты сможешь зайти и открыть? О! Я зашел, он умер. Нет, не могу. Ладно, я дойду уже. Там еще перезаписалось. Ну, не перезаписалось. На сколько? Не поеду. А, и ты так поздно? А? Ты так поздно позвонила ему? Ну, он круглосуточно, пусть работает. А, ну да, правильно. Все, так что это надо в клинике подобрала. Ага. Завтра позвоним, посмотрим, что. Угу. Ну ясно. Все, спокойно ночью. Отлично. Да, приятно. Все, завтра не надо рано вставать. Отлично. Ой, да, это... мы записались в клинику для кота, а там оказалось нет нужного врача. Да, у меня бомба была, короче. Пожалуйста, не бойся. Да, ё-моё. Так, тебе открыть поближе? Да. Открыл. Да. Я постоянно захожу в свой этот. Сейчас умру. Шучу, не умру. Да я смотрю, ты сейчас прямо... Сейчас умру. Умер. Шучу, не умер. Да, я тренируюсь. А ты неплох. Спасибо. Ёбаный комар. Как я оброс? Ну а чё? Зачем бы и нет? А ты почему не оброс? Я уж видел тебя на улице как-то, и ты не оброс. А нужно обрастать. Это модно. Очень модно. Нужно быть модным. Пока ты молодой, ты должен быть модным, видишь? Такая жизнь. Чё, пойдем? Всему есть цена, братан. Тут сундук есть. Сундук? Да тут и бочки, и сундуки, да? Как не, бы? Не, тут закрытый сундук был, там типа куча всего было. Ну ладно, все, пойдем назад. Фига себе. Где я тебя только не видел? Ну, качок, бородатый, сексуальный, черноволосый, 30-летний на вид. Это же ты был? Полгорода Омска писал. Ну, да, но я думал, это Москва. Да... Нифига змей долбит с двух ударов мне. Пук-пук. Нет, я ж если полгорода Омска действительно такой выглядит.
А тут на рынок зашел. На рынок с Максимиклу? Не-не-не. Не было там такого. Жрите мой огонь, гадины. Хотите нас убить? Хер вам. Да блин. Оооо. До свидания, это что было? До свидания, это кто было... Кто сказал так много раз до свидания? Не знаю. Это что-то было рядом со мной. Придется разрезать штаны, это не против? Разрезать штаны? Зачем? А зачем полотенце на члене? Тебе? На члене полотенце лежит для того, чтобы я грел полотенце, чтобы оно никто не видел. Было. Почему второе на полу лежит? Потому что его я уже нагрел. Да не видел я тебя, я... Ты, на тебя похоже много людей, в такой же футболке, как у тебя на одной из фото. Но это был не ты. Был какой-то 40-летний мужик. Давай, Лев, спокойной ночи. Спасибо тебе за... Блин, там компания. Просто... Ты просто не представляешь, что там. Я вот на стрим потом посмотришь. Сейчас, подожди, как-то... Просто туда стреляй, вот просто, если ты умеешь прямо стрелять как-то, вот стреляй туда, потому что там... Нет, их... нет. А, подожди, у меня где? Есть один скилл прямо направо. А, это он делает. Да не знаю я, Макс Кул. Да-да-да, с крыльями. Сейчас я ж сделаю себе это скилл. Какой бы заменить только? Такой, типа? Да не, ладно. Эх, ладно, ты. Забей. Вот такой у меня есть. Вот туда не, надо стрелять. Зато подойдет хорошо. Ну, только подальше. Ты в стену стреляешь. О-о-о. Не-не, сейчас меня убьют. Сейчас убьют. Меня заперли. А. Как будто бегаешь. Я освободил тебе дорогу. Да. Это хлыстом делает такой? Нет, это я... Нет, типа, если бы я тебя увидел в городе, своего... я бы бежал к тебе, обнял своих тебя. Чресел, ну, Максим, это жизнь. Ты, я так всегда да, мечтал тебя жизнь, увидеть. С тех пор, как ты хотел прийти ко мне помыться. Хотел к тебе прийти помыться? Давай, Артамон, спокойной ночи. Да, я его сам приглашал. Надеялся познакомиться. Половинкам? Это ты... Это ты к чему, в смысле? Это ты про попу моей женщины? Нет? Половинкам, привет. Нет, так нельзя, это не культурно для незнакомого человека. Почему не культурно? Жесть. Там их дофига, я же их там... Знаю, вот поверь, знаю, я был там... Всем удачи, я согласен. Я прям вот туда внутрь зашел. Ясно. Представляю, что там. Судя по твоей реакции. Там их, ну, штук 30, наверное, 40. Такое ощущение, ну не, ну, сейчас не знаю. Буду туда просто стрелять. Да-да, туда просто стрелять надо сейчас. Только труп надо подобрать. Немножечко пройди вперед. Я стараюсь. Так, вот они уже появляются. О, нормально все. Я надеюсь, я попадаю. Попадаешь-то. Да умолите живы все. Так, я почти дошел до своего трупа. Отлично, я дошел до своего трупа. Буду сейчас спускать туда. Дальше. Через 2 часа спать. Ну окей. Это правильно. Ну, через 2 часа и напиши. И мы спать. Через 2 часа, да, и мы, наверное, тоже будем спать. Ну, вот как пройдем. Ну, и заканчивать стрим. Блин, жесть. А с меня тут кто-то появился. Я уже в глазах рябит. А, о, как ты прикольно сделал. Че? Ну, этот вход. Да. Конечно, рассказывай, что за глупого просто вообще. Конечно, рассказывай. Причем подробно, нужно смаковать. Шаболду дело такое. Еще бы это было правда, но мы притворимся, что верим в тебя. Да, да. Уже твои друзья. Которых еще. Да жесть, блин, я ничего не могу сделать. Что-то прохладно на стриме, да? Потому что мы потеем тут. Гребаная змея, наконец-то ты сдохла. Иди вперед.
У меня хилок нет, поэтому, ну ладно. Ты уверен, что я первый? Себя вперед пройти. А ты зайди в портал. Блин, ну, захожу. Теперь я захожу. Ага. Ну все, я сейчас хилки куплю. У меня денег нет. Сидим в падике в девятиэтажке, давай, ага. Так. Тем временем Шибу пытается взять свой труп. Он берет его. Да блин, нифига там дамага. Получается. Ну, cool story, пошли. На стриме, но... Ты вот гадина, а? Вот сейчас я что-то прям уж прохладно. Я такой, ну пошли. Обидно, что здесь... Мы через... почти зашли. Ну, я зашел, но умер. Ага. Ну, я тоже зашел. Ну, открой, ну, рядом так, со мной портал можно... где-нибудь. Они сюда не успел. Сейчас зайду. Да ладно, уже если я. Получится. Я уже... Реально, я уже прошел. Здесь стоят в портале. Сейчас я их там почищу. Ты уже игру прошел? Да, я уже игру прошел. Да ты не пьешь, Blizzard, кого-то обманываешь, тебя не дают ж пить, не пускают. Максим, только не пей, я не пью, мам. Да жесть, я ничего не могу сделать, я даже кастануть не успеваю. Так, ты кастую крич заранее. Так, ну что, я готов заходить. Давай, я туда стреляю вообще вовсю, за всю херню. Так, ну я им дамага напускал, две отошли. Не знаю, я туда стрелял в свое время. Бабка твоя, да? Максим, ты что там делаешь? Я с женщиной общаюсь. Нет? Сразу встал. Ты встал, в смысле, с колен? А кто меня убил? Жесть. Амазонка, очевидно, написано. Это было потно. А, Шимбл не переставил. Потно это еще будет огненным убивать там. На которую у меня... Бери ты труп, что за тупишь? Я не могу труп свой взять, почему? У меня говна что ли много, типа? У меня труп мой не берет, прикинь. Может, у тебя все забито в инвентаре? Да нет, я повыкидывал дофига. О, все, взял. Тут твой труп. Тут нет никого, я уже прошел до конца. А-а-а. Ну как нет, тут должна быть сказал, баба. Зашел. Ну да. Тут в конце. Да. Ну, дальше. Обратно в компанию пошли. Так, ага, уже три гандеса жались, лежат от ключки, но я наблевал под предлогом бассать, пошел спать сугроб, нашел до дома, тихо зашел в комнату и уснул. Ну там такая, блин. Макс Кул, такие истории, сразу видно, где ты живешь. Там все так шутили, одинаково, просто во дворе сидят. А еще потом начинается вот это, потом я ему, короче, с ноги прямо вот так я вскочу, и потом пошел кому пуля, короче. Я был убит злым летающим Ятаган? This is my world. Кто-то сказал. Мне интересно, почему в городе все больше и больше появляется бомжей каких-то мертвых? Я тоже не понял, да. Может, это мы призываем мертвых бомжей? Макс Кло вообще тролляка. Я их там чищу. Ой, тролляка. Классно шутит, главное. Главное смешно шутить, я считаю. Когда смешно шутишь, как бы к тебе люди тянутся. Тебе даже шутить не надо, когда ты смешно шутишь. Да, вот это правильная мысль. Так, я открыл тут портал поближе. Прошло и года, и отошел, умер, и портал мой сейчас
Наверное, мне поможет. Нет? Нет. А, я бы с удовольствием сдать. Перезапустил игру, но... Говно, которое у меня. Нет, так нельзя. Ну да. Сейчас я сдам, но откуда-то предметы насобирались, хотя я вообще ничего не брал в руки. То есть это все предметы, которые, получается, попадали просто от того, что я по земле клацал. А то есть вся эта шутка была ради мамы бобра? Очень, очень неплохо. Учишься на своих ошибках. Ой, сейчас зайдешь, будешь смеяться долго. Ой, да, действительно смешно. Я их отвел наверх, но это вряд ли поможет. Молодец. Не, я зато смог свои трупы собрать, типа, и все такое. А, ну, не все, я но... свой нет. Ой-ой-ой, как лагает. Где мой труп? О, расскажи, расскажи. Я как раз задавался этим вопросом недавно. Фу, плотно как. Как же плотно. Так, ну я почистил их там, одна осталась там живая. Нет, там их осталось больше, чем одна. А, две, две, рядом. Не знаю, я двоих убил, и там они еще. Так. Золото, мой Трубчинский. Где еще мой Трубчинский? А вот еще мой Трубчинский. Там уже твой Трубчинский. Не понял. Сейчас тебя убьют. Чего? Тебя убьют. Я не могу. Да я ушел, ушел. Чего? Я не могу это сделать. Почему вдруг? Что произошло? Нужно силы 50? Чего я силы вдруг боялась? Что произошло? А, ты когда предметы одеваешь, у тебя некоторые предметы дают к силе. Тебе надо их в определенной последовательности одевать, иначе шмотка не может носиться. У меня все те же предметы. Две шмотки теперь не одеваются. Кольцо, что ли, какое-то сменилось? Да, да, что-то сменилось, что тебе давало силу. Ага, нашел, что сменилось. Это был амулет плюс 2 ко всем атрибутам. Ух, как плотно. Как обычно, через банку, но чтобы не надымить, надо в мастерской и кабинет технологии это дело. Трудовик не стукач, трудовик Трунефор. Там у вас трудовик Трунефор, у нас трудовик был какой-то хилый мужик. У нас был хилый мужик в обтягивающих кожаных штанах, которые все считали, что он гей, а потом увидели, что он побитый, пришел в школу из-за того, что он развелся, короче, с женой, а она бухала, вот, и отсудил ребенка. И из-за того, что он отсудил ребенка, она своих бухарей, там, дружков подговорила, чтобы они его около подъезда избили. Жесть какая. Курчава? Я не помню Курчава, нет, что столько лет прошло уже. Жесть. У нас не было торговика, потому что его никому некому было избивать, может быть, нет? Я не знаю. Я не помню, Макс Клоу, не помню. Шкабровничков, ты думаешь... Вот скажи, как ты думаешь, мне нужна в жизни информация, какая имя, фамилия, отчество у моего трудовика были в одной из школ, в которых я учился? А я помню имя своего трудовика. Так и знал. Потому что он, по-моему, если я правильно помню его отчество, он был Ян Владимирович. А, ну да, понятно, почему ты запомнил. Я сейчас в другое окно, короче, ну, в соседнее окно нажал рядом с игрой. Я, короче, на тебя не пожаловался Вуву за рекламу или что-то такое, короче. Правой кнопкой мыши.
Не, память у меня, как ты выразился, охуевшая, но не настолько. В другую сторону, но скорее. Типа, я постоянно не могу вспомнить то, что мне вот нужно прямо сейчас. И в этом момент память у меня просто... Ну ты понял. Грёбаные амазонки. Мне показалось, что там песни сказали яровая. Тебе не показалось. Это яровая с тобой разговаривает, просто она слышит о том, о чем мы говорим. Сохраняет. Блин, я вот, по-моему, если я правильно помню, то я ей вообще не должен дамажить. Блин, насколько у меня лагает все, просто нереально. Просто жесть. Я очень хочу перезапустить это все, но... Тогда мы все потеряем. Ну да. Нифига их там! Нифига их там! Короче, мне нужно забегать и пускать на них просто дофигища, дамага и умирать. Я понял. А мне кажется, сейчас так попробую сделать. Ну хотя бы этих убить. Да не, надо вот так стоять и бить их, чё. Так, пошёл дамаг по ним, пошёл, нормальный такой. Да никто, они не умирают, они тем более ещё не дальше подлечиваются. Нет, то, что ты тогда предлагал, не все. Я не знаю, может, я же и пробовал, конечно. Нет. Бросить, не пробовал никогда. Так, эта хрень, которую нам нужно убить, стоит в коридоре. Да? Ну все, тогда просто туда дамажим, и все. Только не огнем. Не огнем? Да, она полностью иммунна к огню. Вот дерьмо. Ну тогда ядовитые хрени нужно пускать. Так, где мои трупы? Я вообще ничего не могу разобрать в этой каше. Ага, понял. Где да, она там? Я не знаю, теперь я не вижу уже. Так, мне нужно яд сменить малость. Убежали эти. А, вот она. Кстати, вот она. Ну. Блин, ты только ее не убивай. Ой, только бы не убил. Не, я же огонь наваш. Не, у нее нормальная жизнь еще. Я, кстати, могу смотреть, сколько у нее жизни. Ты почти ее убил. Да? Ну, не почти, там еще нужно пострелять прям нормально. А, о, вот она. Привет. 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 Сейчас убью. Ты здесь? Да. Ага. Ага, убью. Ты ее, может, убьешь? Где? Я по ней не дамажу. Блин. Ой. Жесткий вот этот спел у нее. У нас в школе было три мужика, учитель по спорту, пойдем. Тренер по боксу, потом еще какой-то учитель, которому в наш класс не попал, потому что его на год раньше, его били старшеклассники за двойки, и был еще один учитель рисования, он там после пары инсультов был веселый мужик, могилы рисовал на доске с нашими именами, кстати, хорошие идеи. Блин, вот это педагогика, то что нужно. Ушла туда, скорее всего. Так. О, убили, что ли? Да, убили. Только... Я нашел. Молодец. Грома. Где он? Янтарь Грома. Так, я не понял. Ай, блядь, это только Грома. Подожди, по ней огонь дамажу. У нас еще огненная. Ой, по ней дамажили. Да ну нафиг, че серьезно? Че серьезно? Давай все трубы побежим. Ну я свои подобрал. Что, на сегодня закончим? Ашану с колодку мне хватало один раз такой голый, солнечном гле растет, да. Мы уже сидели, отжимались, вы уже грязи мазались нормально. Мы так веселимся каждые выходные после репетиции.
Ну что, Андрей? Короче, я понял, если вы... Че, слушайте. Сейчас стрим будем заканчивать? Тебе же надо идти, да? А мы можем, да? Или не можем? Ой. Ну, просто все заново начнем в следующий раз. Вот именно. Нафиг так жить. Ну, как бы, смотри, у нас есть два варианта. Либо мы сейчас продолжаем, убиваем последнюю, и в следующий раз нам останется пройти, опять убить первую, ну, в смысле, вторую и третью. Либо мы сейчас не убиваем третью, нам придется убить вторую и третью, и потом вернуться и опять убить вторую и третью. То есть, либо в следующий раз мы будем тратить... Жестко, я же их тут до хрена. Я открыл портал прям очень близко. Молодец. Но ушел, чтобы хилки взять, потому что у меня хилок вообще нет. Да правильно, их там просто дофига. Все улики, в смысле, как насрали или что? Все говно свое, прям донесли. Яша, их там дофига. Они все стоят у этой. Стас Михайлов и Bullet Family Valentine. Тогда я пойду узнать, как вас узнать. Что-то я в твой портал зашел, а там одна баба какая-то пробегала и убила меня. Лол. Ну чё, ты где там? Я долблю, захожу, долблю. Ой, их прям мало, чё-то тут у входа. Нифига, их тут мало, действительно. Что-то маловато. По чуть-чуть, да. Но я туда очень много стреляю сейчас. Я думаю, они все умрут, как ты. Я понимаю. Так, сейчас я, знаешь, что сделаю, еще добавлю. Скиллы поменяю малость. Леденящий холод повреждающий врагов вокруг вас. Вспышка малого радиуса врагов. Леденящий создающий облако яда вокруг себя. Летающий аватар чумы. Так, вернуть аватара чумы на F3. Ну, минимум я их отогнал. Поле дикой магии. F5. Фух. Сейчас буду пробовать что заходить. Я говорю, я их поднял немножко, поэтому... Я буду холодом пробовать их дамажить. Шо, вроде нормально. Прикольно. У меня почти получилось. Каст быстрый у холода просто. Го. Что, они где-то здесь? Вон они. Одна. Так. Сейчас еще возобновлю. Так, мой труп. Отлично, забрал свои вещи. Блин, я даже со своим быстрым костом не успеваю выжить. Походу пора, Андрей. Че, пора? Пора что? Завтра. Или что-то. Я просто не знаю, и мне кажется, что нет, я тебя завтра-то мучаю. Никак не могу. Ну, в смысле? Ты? Нет. Не, меня мучает жажда, ты меня не мучаешь. Так иди попей. Я не могу, ты же видишь, что происходит. Слушай, ну хоть холод он дамажит нормально, более-менее. Ну, быстро достаточно. Так, я не понял, там... А, это ты такой делаешь с полстра. Да я такое делаю, да. Блин, чё, блядь? У меня даже анимация не успевает проходить. Я просто захожу и моментально умираю. Вот вам всем гадины. Умрите. Фу, ну я вроде их убивал. Здесь, по крайней мере. Сейчас она стакает своих псов. Я даже не смотрел, просто туда стреляю. В какой-то век у меня заканчивается мана.
Ага, здесь тоже почистил. Так, где мой пункт? Ты почистил, то есть, потому что я туда стреляю, а ну никак вместе не почистили, в смысле, что... Ладно, сектор клир. Давай, давай, это никому не нужно. Понимаешь, Макс Кул, у меня полгода назад сменился дизайн сам, и мне пофигу вообще. Да, вчера тоже стримили. Не, позавчера, не вчера. Вчера. Мне нравится эта реакция. Вниз не иди. Я свой труп теперь не подберу, пока мы не... Ну вот подойди. Я буду сейчас методично, как могу. Я вижу, что они все туда бегут. Стреляй, вот стреляй туда, я тебе буду говорить, когда ты попадешь. Нет, все, я понял, твой. Угу. Интересно, у меня уже дважды заканчивается музыка. Дважды заканчивается музыка. Но у меня два раза на 16 часов. О, ты их все сманил. Жесть. Ну я их там поубивал какое-то количество. Но мне нужно настакать своих, только тогда бежать к ним уже. 22 амазонки на экране. Бобер, неплохо ты считаешь. Мне было лень считать, если честно. Но я тебе полностью доверяю, я видел это. Так, ты потом на стриме будешь. Они подошли сюда. Я понял, я их заманиваю все сюда. О, нормально. Мне кажется, я что-то 40 подманил. Зато мы сейчас... Че? Зато мы их все сейчас... Ты успеваешь говорить? Да, мы их все сейчас здесь подожмем как раз. Извини. Так. Подожди, я рядом с твоим порталом открою свой портал, чтобы... Нихера их там. О, нормально. Сейчас будем убивать, смотри, я придумал как. Забегаешь, умираешь. О, где это я оказался? Ты оказался вот не смотрите, они там, не подманивай кто-то сюда. Они сами сюда придут. Ой, как мне страшно жить. Ребят, вы на канале Shimble Shanks, мы играем в Median XL. И битый час умираем просто. Вот кто хотел хардкора, пожалуйста, до этого было легко. Кто-то жаловался, что действительно легко. Нихера вообще. Да, кстати, хоть что-то в жизни помогло. Не, пожалуйста. Ой, нет, пожалуйста, только не будь. Блин, как у меня лагает? Я вообще еле играю. Нормально. Если ты не видишь, что мы их это сносим, малость, отталкиваем назад. Где они там? Ага, нормально, я тогда накидал говна. Фу, мы как-то в шутер играем, слушай, я только сейчас понял. Педрила! Да не, нормально, на самом деле. Да-да. На Рабиновича остановите. Да. Будь мужиком. Просесть на Рабинович. Так, теперь нужно найти мой труп. Нужный труп. Ай-яй-яй. Да что это за свет, который меня убивает? Так, отлично, я убрал трупы лишние. Теперь найти бы мой. Так, это не тот. Это не тот. Нифига тут трупов моих. Что это за свет странный? Это я хилиться пытаюсь. Я всех трупов уже рядом сжег, у меня скилл просто сжигать трупы и лечиться от них. Ну как ты понимаешь, тут больше наших трупов, чем трупов врагов. Ну, вообще, по идее, их, ну, все трупы должны сжигаться, и наши,
Не, не, только. Там написано, что ли? Ой-ой-ой, их там как раз штук 20. Как меня убили? Не, я просто анимацию именно выстрелов не заметил. Блин, весь город усыпан какими-то мертвыми бомжами. Это странно, кстати. Мне кажется, это... Это вот наши, типа, трупы, но почему они в городе? Ну-ну-ну. Так, Шива, где мой труп? Вот, ниже мой труп. Раз труп, два трупа, я нашел свой труп. Жрите их, ядовитые гадины. Как потно, как потно. Да, слушай, после такого это членом придрагиваться страшно будет. Слишком проседаете по дефенсу? Да нифига, это Uber Quest тут. Мы просто проседаем по жизни. Что твое? Ну да, да, да. Да, понятно, что проседаем. Мы вообще раньше на него пошли, чем надо, вот и все. Не намного, может быть, раньше, но раньше. Тем более из-за Players 8. Ой, нет. Как же у меня лагает из-за этой фигни. Зато в этом весь хардкор, типа. Короче, смотри, куда нам надо. Так, ну чистим параллельно так. Так, где тут они еще есть? О, тут бродяги мертвые. Ну, что-то выпало, даже камешки, ничего себе. Мамкин. Вот нам надо вот туда, куда ты стреляешь, ну, в смысле, куда я стреляю. Туда стрелять. Не-не, имеется в виду, нам вообще туда надо. Открой, пожалуйста, портал мне. Сейчас. У меня закончились зелья. И портал. У меня, кстати, тоже... я умер с порталом. Если сможешь зайти и открыть, то да, будет прекрасно. Да, я сейчас зайду и открою. Подожди секунду, я торгую. А тут механика D2 не нужна. Тут как бы механика Median Excel. Знаешь, что я заметил? Чё? У меня был вопрос, как меня убивает то, чего нет даже рядом? У них, видимо, то ли скилл есть, то ли что. Стрела, которая, даже если ты убегаешь, амазонок рядом нет, она летает вот так вот вокруг. Вот ты стоишь, она вокруг тебя летает и дамажит тебя, дамажит, пока ты не сдохнешь. Кто там про пермадет говорил? Ой, я зря, наверное. Все, я пошел пить. Это не вариант. Там я уже успел умереть, подобрать свой труп и отогнать несколько амазонок к проходу. Но там все равно есть амазонки. Да, я чувствую, да. Я играл в D3.
Блин, нифига мне лагает жестко. Из-за того, что я не сворачиваю, ну, в смысле, свернулся. Так, на тем временем мы почистили. Да? Все рядом. Но их там дофига дальше. Да? Я не знаю, как я буду их убивать, потому что, ну, я их даже не то, что не вижу, я... Жесть, ну этот спелл вот с летающим вокруг тебя... У меня нет слов вообще. Кто это придумал? Хочется сразу мне его добавить себе. Слушай, мы это... Я теперь начинаю сомневаться, а мы с тобой не мазохисты, не? Нет. Точно? Ты мне мама спросит, я... Тебя мама спросит насчет татухи. Это однозначно. Я удивлен, что она сейчас на стриме не спрашивает. Потому что она у меня под столом. Жесть! Как мне надо ответить? Не, я думал бобер, но это мама, нет? А он так себя подписывается. 12. У меня в голове уже просто это, белый шум и амазонки. Почти то же самое, что было в 14 лет, кстати говоря. Белый шум и амазонки. Как это больно, как ты... Iron Fizzer, привет! Привет. Мы тут просто лет, изничтожаем сами себя. Хорошо быть тобой. Не, ну дело 13 лет не зашкварно. А если условно, так вообще не, ну, как бы, достаточно неплохо. Потому что 12 лет это нормально, много так. Много, у многих людей условно 12 лет. Ну. Ой, Макс, ой. Нельзя смеяться-то. Нельзя. Че, мне теперь решил был 12 подписываться? Да когда же вы сдохнете-то, гадина? Да жесть. Не хватает. Ты не представляешь, это не D2. Другие hack and slash вообще не hack and slash. У нас тут мазохистский экшен. Макс Клу 9? Ну да. А это что D2? Что? Других hack and slash не хватает? Это не D2. Как ты вовремя надо считаешь? Говорить всегда, да, это не медиа, D2. Кстати. А я ну, по факту так и есть. 30. Шива минус 30 это по тому по морозу. Нифига их там справа, матерь. Слушай, у меня в детстве в общаге тараканов столько же было. Когда на кухню идешь тоже направо, посмотришь там. Но только тараканы так не дамажили. Я прям поливаю туда, как не знаешь, дамажили. Как из этого загнимать. Да я вижу. Ну. Ты опять умер, что ли? Да, смешная шутка. Да, я просто умираю все. Как ты умудряешься умирать? Как? Посмотри, умирает амазонок и все такое. Так. Давайте, подойдите. Да гребаная стрела, смотри, летает вокруг меня и все. Ой-ой-ой, они сюда подходят. Ой-ой-ой, уходите. Вот вам всем. Яша, твое время читать чат, поэтому... отвечать по поводу ПОЕ. Ну я вот на днях себе вайпнул персонажа в ПОЕ из Дискорда, который свернул игру. Ага, Дискорд свернул игру, понятно. У меня Дискорд, кстати, не сворачивает игру, я не знаю. Может быть, врешь? Ну, неважно. В ПОЕ, поэтому я завязал с РПГ.
Какая проблема? А ну... Мне Пойо вообще не понравилось. Я тебе с этого начну. Ты что, я-то в Пойо вообще не играл. Да? Но я тебя уже настолько наслышан, что я не хочу дальше. А зачем ты вниз идешь? Нам надо вверх. А, вверх надо? Ну, сейчас я убиваю так. Просто то, что меня дамажит оттуда. Я портал открыл. Открой рядом портал. Отлично. Я понял. Открыл. Чуть пониже. Жизнь хуйня. А, Пойо хардкорно. Пойо хардкорно? Ты видишь то, что происходит на экране, да, вообще? Даже чрезмерно. Подожди, даже чрезмерно хардкорно Пойо. Может быть, ее может, изменили? Что-то упустили? Может, в Пойо нужно играть? Да не, ее, может, изменили или еще что-то. Ну, потому что раньше Пойо была вообще совет. Давай, не давай, очень. Я люблю советы. Она была... Будут хорошие советы, Макс, давай. Псевдо... Огромная раскачка. Псевдо-хардкорная? Псевдо-хардкорная, да. Так, ну я иду наверх, чего? Да, подожди меня ты. Да я стою дома уже в том. Соглашаться, что за... Это не совет. А, совет мы тебе должны дать, соглашаться. Как ты телочку, но она старше меня. Даже если она 10 лет старше. Может быть, это последняя тебе телочка полезно в твоей жизни. Да. Ну, потому что у вас все хорошо получится, это нужно. Естественно. Да, и ты потом впадешь в рабство ЗАГСа. Рабство Айки? Мы-то с Шивой знаем, как это. Так, ну я почистил их отсюда. Гребаное говно. Видишь, что даже сворачиваться не надо, чтобы умирать по КД. Да иду я за тобой. Да, кстати. Там, там должна быть уже босс. Где-то такое... Есть картинки Макс Кул в интернете, Макс Кул. Картинки. Там все нарисовано. Карту можешь распечатать, потом сверять с фонариком. Нет, в нужный момент. В смысле, если не волосатый, то ты но не найдешь. Живых? ФК Ладри ни одного столового живых нет. Подожди, А, ты про Пойо в хардкор, Пойо. В смысле, если играть в хардкор режиме. Здесь если играть в хардкор режиме. Тоже. Подожди, а мы не в хардкор режиме, что ли? Нет, хардкор это где ты умираешь навсегда, все, он имеет в виду про это. А, ну... Да не, это бред. Блин. Тут вот то, что мы играем, хардкор и без этого. Это называется спермодет. А не хардкор режим. Ну, вот Диабло это мере, написано во всех хардкор. Играх. У нас стандартная лига и правда же это. Подробная карта местности, да, конечно. Ой, твои духи так хорошо отвлекают, я успеваю их полностью убить, короче. Да, я и говорю. Я их даже стакать не успеваю, это жесть. Так, давайте, отвлекайте, там мой труп. Давай, я их стакаю как могу, но их убивают быстрее. А, так они с правого боку. Я шагу в лол тебе, Макс Кул предлагает. Во что? В лол? Лол. Как не было бы... как это называется? Как бы не было в тавтологии, но лол, что? Неплохо. О, там кольчужные ботинки коричневые. Да? Я подберу. О, босс! О, я сразу почувствовал убийство с первого удара и... О, босс! Да, я и яду напускал там.
Блин, ну с 15-летними вообще неинтересно. Я не представляю, зачем ты это делаешь. Подожди, у них же письки не волосатые. Чего? Нифига их там просто. Чё? У 15-летних же письки не волосатые. Ой. Ну это ты знаешь. Я в 15 лет сам дресс собрал. Нет такого, как в D3, что все топы 1-1 копируют топовый билд. Окей, но D3 говно. Давайте начнем с этого. Как бы, ладно, но... это знаешь, 13, окей. Как мне мама говорила, когда я приходил домой и говорю... Мам, я D3 купил. Мам, у меня тройка, но у всех в классе была тройка. За это контрольно мама говорила, что на дураков равняться. Вот это примерно из этой серии. Так что Diablo 3 это говно. Ну-ка, Макс, хуй, вижу, ты разбираешься. Есть волосатые письки двух типов. Ага. Топовых, вот там насчет топовых билдов, мы играем за упоротые билды, может поэтому сложно. А тебе с другой стороны интересно? Поверь, не из-за этого вообще. О, графиня прям здесь. Иммунитет к огню у нее. Да, я видел. Я бью магическую. К огню, да? Да. К огню. Сейчас все будет. Так, у меня есть, во-первых. Пробивающее сопротивление. О, нифига, я ей прям нормально дамажу. Так, у меня где здесь? Подожди, без меня не заходи. Сейчас, секунду. Я не захожу. Была бы возможность, я бы сейчас зарефаундил D3. Да, я бы тоже зарефаундил. Косарь бы себе вернул. Все, поехали. Ага, с бакенбардами, поехали. Где она? Она где-то... Она прям у портала. Вон она. Я не вижу. Да, вот она сзади. Она, да? Она в одежде. Так где она? Чего она убегает? Там, вон она убегает, лол. Она боится нас. Так, а я убегаю. Она меня отводила и побежала обратно, кто убил. Так, ну я могу за эту труп свою забрать. Я нашел труп, который я ищу. А где мой этот труп, блин? Ох, нифига там Амазон. А зря ты их присумонил, потому что мы отвели эту бабу. Извини, где... да. Ну капец. Гримдаун нет. Я даже, кстати, впервые слышу, на удивление. Я думал, уже ничто меня не сможет удивить. Но нет. Так, вообще не в курсе. Там? Косарь вернул 49 евро за игру, плюс 39 за аддон. Я аддон не покупал. Я на обычном D3 понял, что это дерьмо, зачем. А Гримдаун не пробовали шпилить от разработчиков танк-квеста. Мне этот танк-квест не понравился. Там квест я играл, что-то и мне не очень. Она здесь. Я пытаюсь свои трупы забрать сейчас. Да? А я пытаюсь с ней сражаться. Так, раз. Я нашел свой нужный труп, все, я иду к тебе. А, D3 по аукциону, да. Есть у меня одна такая знакомая, которая этим занималась. Просто ради хер знает чего. Да жесть, я ничего не могу сделать, просто я не могу ее найти. Вот она. Ну, нормально, мы ее половину отняли. Где она? Там а-ля стимпанк постапокалипсис зомби. О, моя нелюбимая тема. Так, свой труп я нашел. Где он? Да ё-моё, я только её нахожу, умираю сразу. Она призывает этих. Ой. Так, заходим. Делаем такую штуку. Денег нет, но выдержитесь. Смерть.
собирают. Я потерял нить разговора. Я потерял интерес к разговору, да, скажешь. Я это тоже. Она убегает постоянно, это жесть, слушай. Не, мне нужен один уровень, чтобы одеть топовую шмотку. Ну, жесть. Она просто убегает постоянно. Смерть собирает. Это точно. Чуваки, это точно. Даже уже нечего сказать. Я все сейчас в яде измажу тут. Да, сказал я и сразу умер. Я даже подходить не могу к ней поближе. Чуть-чуточку. Блин, ну это надо. Штрафы есть за смерть? Ну, деньги забираются, все, которые есть. Потом, типа, ты их можешь собрать, но только частично. Но частично, тут вообще да, посрать. Да, да нет, штрафов нет за смерть. Фактически нет. Умирай, сколько влезет. Как в Айвана без обошки, знаешь, штрафов за смерть нет, только анальная боль. Ух ты, нифига себе. Давай, где ты, блядина? Нужен этот был прямо у этого, что ли? Мы ее неправильно выманили, на самом деле, сейчас. Ее надо в узкие проходы выманивать. А тогда от ее скилла вот этого, которого она... Так она убегает сама куда хочет, я не понимаю вообще. Где она? Где она вообще? Я не знаю. Мы потеряли ее нормально, да? О, вот она, вот она. Так, я бегу к себе. Подходим, отходим. Я бегу за тобой. Она там где-то. Да. Я не успеваю ее разглядеть, она вызывает, короче... Где? Этих амазонок и долбит массу уроном просто, который убивает с одной тычки. Так ты отбегай от этих амазонок, они же долбят. А я пытаюсь, я не успеваю. Где она? Или это она с одной тычки убивает? Да вижу, я прекрасно вижу все это. А, вот она. Я ее только вот сейчас увидел. Все, я ее сейчас убью. Сейчас убью. Я волнуюсь, из-за этого чуть не попал. Черт, я дебил. Жизнь убивает. Хотя это забавная шутка, подожди, не убивай. Ей лучше это скажи. Ага, вон она. Где она? Мои псы ее ведут, короче, за мной, точнее. Да блять. Да он постоянно убегает, я не успеваю за дома. Бью. Где ты? Где она? Вон, в углу. В самом углу? Да, есть. Подожди, эти сейчас штуки пройдут. Потому мы что... убили ее. Я понял, янтарь огня мне нужен. Оп. Янтарь огня. Ай. Янтарь огня. Получилось. Андрей, я поздравляю тебя с... Всего лишь, правда, к сожалению или к счастью, всего лишь с одним камнем, который нам предстоит выбить еще завтра, еще один такой же. Флобик, спасибо за подписку. Не знаю. Нас еще столько боли ждет, я уже не знаю, как жить. Так. Блин, надо тебе твичалер включить, ты забываешь постоянно. Ты хоть музычку бы слышал классную. Да? Подожди, я теперь буду смешивать их все. Янтарь стихий. Как присоединиться ко мне? Ко мне? Присоединиться? Ну, разве что я могу дверь входную открыть. Не, чувак, мы играем вдвоем по хамачи. Мы проходим Uber-квест, это столько боли просто. Ну, я тебе сейчас пока. Давайте я прочитаю вслух, ради чего мы старались. Вот что за такое вот мы скрафтили сейчас. Правда, для этого нужен 50 уровень, но 20 уровней для нас это не проблема, мы пока будем дальше проходить. А, плюс 2 ко всем навыкам. Подожди. Прежде чем ты прочитаешь, я хотел сказать, что все, что мы сейчас дамажили, все те амазонки, которых мы сейчас убили, боссы, не принесли нам ни капли опыта. Да. И денег. Ни одного левела. Практически вообще. И денег. Мы потеряли практически все деньги и важные
и важные какие-то скиллы, которые были с нами, ну, скиллы, вещи. Ага. Вот теперь читай. Плюс 2 ко всем навыкам. 20% ко всем скоростям. То есть это вообще ко всем ударам и все такое. Добавляет 15-20 урона огнем, молнией и холодом. И минус 10 сопротивления у врага огню, молнию и холодом. 15% ко всем атрибутам и 30 защиты. И 20% ко всем сопротивлениям. По-моему, это офигенно. На, я тебе даю. А мне отдай камень, который у тебя в Харадрике лежит. Невозможно. Ну, потому что у тебя камень лежит не в Харадрике, он у тебя просто лежит. Янтарь стихий мне отдай. Как он? Янтарь стихий? Ага. Сейчас. А-а-а. Где он есть? Где он? А, он янтарь стихий нашел. Друзья, мы же что еще там, это уж точно убивали этого один. А, нет, не убивали. Ну, короче. Что там за ссылочка? Там, по-моему. Да, это правда. Там вот такая вот картиночка. Да-да-да. Ну что? Я коричневый предмет пойду по. Сегодня мы даже. Не зря. Можешь там убить этих, чтобы я коричневый предмет подобрал. Я скиллы себе поменяю нужные. Так, это F2. Это F3. F4. Так, а F5, чё? Это F5. Так, настакас и гаден. Фу, ну слушай, ну это вообще не знамо что. Идите нахер, теперь мне вообще уже ничего не страшно. На все посрать теперь. Пофигу, что я коричневый предмет, именно, да. Ну это кусок говна, по факту. Нет, тут как бы, это такой сарказм некоторый. То есть тут коричневый предмет, это действительно стоящий, единственный стоящий предмет. Ну не, всякие святыни намного лучше, но до них нам минимум еще 2 акта. Это правда. Ох, блин, как не хочется их всех убивать. Может, ну пофиг на этот коричневый предмет. Да сейчас все. Сейчас все будет. Я просто прибегаю и отдаюсь. У меня уже, знаешь, на 100 колен. Надо даже скиллы везать. Я понимаю. Ну, я побежал за коричневым предметом. Все, я его подобрал. Можно выходить. Молодец. Сейчас. Затащу тут. Давайте, умрите уже все там. Типа вы не были. У меня просто там еще один труп. Ага, все. Так, выхожу в город. Где там шум был? Шум, ага. Жесть, сколько у нас трупов каких-то в городе лежит, непонятно. Ну вот из этого, мне кажется, игра лагается. Ну, возможно, да. Потому что это странное какое-то нововведение, похожее на баг больше. Так, а теперь скажи мне, ты нашел предмет, который мне нужен? Да. Осталось найти, я тебе сейчас даже точно скажу. Прекрасно. Осталось найти раз, два, три, раз, два, три, 8 коричневых предметов, и сразу же я тебе делаю посох для тебя. Ну, 8 коричневых предметов реально, в общем-то, да, за это вообще, это вообще не сложно. Мы в следующем стриме полностью пройдем этот акт. Просто, ну, я точно в этом уверен, потому что самое сложное это будет вот опять их убить. Все. Блин, я был так, сейчас. На, я тебе скину эти руны. Давай, скидывай мне вообще всякие штуки. Ага. Обляпать посох коричневым предметом? Да, конечно. Да, то есть нужно вот этот вот посох обляпать коричневыми предметами. А вот эти почему-то не расщепляются. Это будет классно. К сожалению. Хотя раньше все работало. Ну это, видимо, вот из-за того, что вот это вот подарок вот этого чувака, они считаются прокаженными. О, слушай, теперь время как-то упокоенно стакать камешки.
хоть что-то успокоит вообще после того, что произошло. И свитки порталов обратно запихнуть. Что вообще это было? Я сейчас просто не смогу спать, я чувствую. Такое легкое возбуждение. Во-во. Легкое, это ужасное возбуждение. Я как будто убил человек 120 просто за этот вечер, хотя до этого даже не воровал. У меня выпал отличный амулет под названием «Мучительный глаз». Ё-моё, почему я топас с янтарём постоянно путаю у меня? У меня такая же фигня. Ой, господи. Что ж, вы смотрели самый скучный, да, но самый страшный, самый тяжелый для понимания и тяжелый для нас стрессовый канал Shimble Shanks. Всю ночь теперь амазонки будут сниться, это правда. Что мы сделали? Какие у нас итоги стрима? В итоге мы сделали две перчатки зеленые, которые прибавляют, ну, у меня 48 ко всем сопротивлениям процентов, но на 32-м я его одену. У Шимбла примерно то же самое должно быть, у ПЛМ тоже делал подобные перчатки. Сделали янтарь стихии, у Шимбла полностью заряженный. Да. У меня он только вот на начальном уровне, надо будет его потом... Потом его надо будет доделать на следующем стриме. На самом деле все. Прошли, по-моему, там два квеста, да? Два или три квеста. Ну, типа того, да. Я сейчас, скорее всего, пока... Даже не знаю, что происходит. Мне кажется, мне надо пофармить. Давай еще раз. На следующем стриме... Только вон руны собери, которые я тебе здесь скинул. Хорошо. На следующем стриме мы будем... Первое, это... апдейтить полностью сферу персонажа. Сфера персонажа — это такая штука, которую я вам показываю на экране, которая есть у Шимбу и у меня. Ее апдейтят таким же образом, с помощью характеристического куба, в зависимости от того, что нам нужен, какой эффект. То есть, если нам нужен эффект, защиты, то туда. Но я с Шимблом поговорю от стрима, не в стриме. Чё там? Да. 3.10. В общем, ладно. Всем пока, всем приятных снов. Всем спасибо, да. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Если хотите увидеть больше боли, не вышел, то все будет. И не только, естественно, тебя было на нашем канале. Не только такие страшные, непонятные стримы. Вообще, что? Они непонятные. Даже нам все нормально. Всем спокойной ночи и пока.